down. It's gonna be okay. Calm down, Mighty. Calm down, Mario, calm down. Mario, what is wrong with you? Calm down. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Mario, no, calm down. Calm down, Mario. Calm down, It's okay, Mario. It's okay, what's wrong? It's okay, stop it. It's gonna be okay. You're a maniac. You're gonna be all right, Come on, calm down. It's okay, calm down. Mario. Mario, calm down. Get in there. You're crazy. Mario, you're crazy. You need to stop it. You're crazy. Я только что проснулась, и смотрите, какой у меня подарок на столе ждет. Записочка от моего мужа. Love you. И мои два кофейных напитка. Кстати, знаете, когда он настоится пару часиков, и потом я его разогрею, этот кофе, вкус просто божественный. Очень вкусный. По сравнению, если я его выпью сразу, как только купила. Поедем делать кардионагрузку. Сегодня я поздновато, 6 утра, обычно так в 5 утра. Вот, такие дни были ужасные, какие-то неблагоприятные, что вчера, то сегодня. Короче, столько нервов и эмоций я потратила. Ну ладно, не будем плохого. Поехали. Разгоним этот жирок. Я сменила ступеньки на полувелосипед, или тут он называется эллиптикл, такой тренажер. Ноги очень хорошо работают. И также моя кардионагрузка снижается с 30 минут до 15-20, в зависимости от самочувствия. Почему? Я объясню сейчас. Так вот, почему же у меня снижается время на кардионагрузки, слава тебе, Господи, потому что у нас переход на экстремальную диету, а у нас осталось ровно четверг, пять, субботу, воскресенье, понедельник, вторник, 6 дней, и в среду мы показываем наш финальный результат. Как я уже говорила, да, мой вес должен быть 55, я начинала 65,5, должна дойти не выше 55,5 килограмм до среды. У Дэни начинал он 89. Он должен быть не выше 79. Так вот, так как вес со временем снижаться начинает медленно, у нас усложняется диета. И теперь мы поглощаем 100. Такое. Не хочет меня пускать. Вот. Теперь мы поглощаем 200 калорий в сутки. Вы представляете себе это число? Свет, вот. Надеюсь, мне видно. 200 калорий в сутки, состоящие из 40 граммов овсянки, где 150 калорий, один рисовый хлебец, где 35 калорий, и один средний помидор, где около 20 калорий. Вот так вот. И нам на этой диете нужно будет продержаться 6 дней. Вы представляете, что с нами будет? И в зависимости с этим понижаются кардионагрузки, чтобы не сжечь наши мышцы и не фатиг, не утомить их окончательно. А кардионагрузки можно было бы вообще прекратить, но мне их неохота прекращать, потому что я еще верю, что в них есть польза. Так вот, с сегодняшнего дня я сейчас еду домой, и начнется наша жесткая диета. Ну, это всего лишь 6 дней. 6 дней. Со среды мы увеличиваем наши калории. Очень-очень-очень рада. Каждый раз, когда Дэниел за мной закрывает дверь, он закрывает ее на два замка.
А, у нас ключи только от одного замка. Но он по привычке, знаете, когда мы... Когда просто дверь закрывается на два замка, чтобы никто не вошел. Так вот, каждое утро, когда уезжаю, если он меня провожает утром, он всегда закрывает эту дверь. Я не могу ее открыть. Мне приходится его будить, если он спит. Хочешь меня встретить? Сейчас приготавливаю овсяночку для Дэни. У Дэни, кстати, точно такая же диета, как у меня. Все то же самое. Но вместо помидор он захотел выпить сливки со своим кофе. Поэтому у него минус 35 калорий. Всю овсяночку отправляем на минут так 15-20. Это ему в духовке. А я себе тут замочила, буду себе варить потом. Не знаю. Может быть, в часов 10. YouTube Glass Container. What is it? YouTube Glass Container. Оставила кашу в духовке и решила поехать вместе с Дэнем за бензином. Для газонокосилки. Усталость начинает ко мне приходить. Да не откручивай. Закрыл меня. Вот это вот мой прием пищи на весь день, на сегодня. Вы можете себе представить. Я вот думаю, разделить на три части эту кашку или просто на две части, может быть, даже на четыре части, каждый часочек по ложечке мне не кушать или сразу все скушать за один раз. Что вы думаете по этому поводу? Да, конечно же, у меня будут витамины. Также у меня есть маленькая история. Хочу вам рассказать сегодняшний сон. А когда я жила в России, мы с моей младшей сестрой ездили к папе. И каждый раз, почти каждый раз, когда мы его навещали, он нам покупал Макдональдс. Так вот, сегодня мне приснилось, что опять я со своей сестрой, с Аленкой, еду навещать его. И он нам купил Макдональдс, наггетсы куриные, потом сырный соус. Ну все, полный наш набор, что мы любим, картошку фри, чизбургер, и мы сидим. И он окунает этот наггетс в сырный соус и протягивает мне. И у меня внутри сомнение, скушать или не скушать, скушать, не скушать. Если съем, завтра отразится на моем весе. Если не съем, буду жалеть. А, ладно, я же, типа, у меня выходной, не считается. Беру этот наггетс весь в сырном соусе и кусаю. И какое же я получила наслаждение, друзья. Господи. Такое ощущение, как наяву было, но внутри у меня было это волнение. А, блин, я съела, я испортила свою диету, я нарушила диету, нет, я так не могу. Да ладно, пофигу, уже один кусок съела, уже все, типа, поздно думать, нужно или есть, или не есть. И так наггет за наггетсом, и полную коробочку я умяла сырным соусом. Это, кстати, мое любимое блюдо в Макдональдсе в Москве. Потому что тут в Америке у них нету Макдональдса сырных соусов. Можете себе представить? Нету сырных соусов? Я была в шоке, когда я пришла первый раз в Макдональдс и не могла найти сырный соус. Вот, также хочу сказать, что мне снятся теперь вкусные сны, что я ем что-то, кусаю и смотрю, никто ли на меня не смотрит, никого ли нету, так вот из-под тишка аккуратненько, как, знаете, крадусь на кухню, открываю полку, там печенье достаю, смотрю вокруг, так, Данила нету, ага, скушала, потом слышу, как Данила идет, заворачиваю, типа, я ничего не ела, такие вот снятся мне теперь сны, вы можете себе представить, все полностью дютю. Так смешно и грустно в один момент. Мы так устали. У меня такая вкусная кашка. Ее так много. Дожили. Теперь я мечтаю во снах о наггетсах куриных.
теплеет. Проверяю погоду, потому что мне сейчас нужно покосить траву перед домом. Обычно я за один день делаю перед домом на заднем дворе, но так как у меня силы просто на пределе, даже вообще их нету, я разделю. Сегодня перед домом сделаю, а завтра, может быть, на заднем дворе покашу эту траву. Надеюсь, последний раз перед зимой. Я очень надеюсь, но что-то мне подсказывает, что это не так. Я докушала свой завтрак, не прошло 5 минут. Тянула. Ложечка за ложечкой, и все, кашки больше нет. Сегодня четверг, у меня еще генеральная уборка. Представляете? Сил нет, на кухне полный бардак, в комнате везде бардак. Вот, но перед тем, как я пойду косить траву, мне нужно выпить свои витамины обязательно. Хочу показать, какие витамины я принимаю на экстремальной диете, да вообще на протяжении вот этой вот всех, на протяжении 7 недель, что я принимала. Это витамин С для поддержания иммунитета. Потом жиры обязательно, омега-3. А потом витамины для... мультикомплексный витамин для женщин. Конечно же, где? А, вот они. Аминокислоты. В данный момент они идут у меня за белок, потому что у меня нет никакого белка сейчас в моей диете, только одни углеводы. Так вот, аминокислоты служат мне за белок, заменяют мне его. Засыпаю. Кстати, я решила, если вам нравится эта идея, то поддержите меня лайками на протяжении 6 дней, каждый день выпускать, может быть, не влоги длинные, а совсем маленькие коротенькие видео, там по минутке, может, даже меньше, показывать мой вес и свое самочувствие. Нравится ли вам такая идея? Ну, то есть, я покажу сегодняшний вес, какой у меня будет завтра, послезавтра и так далее, так далее, так далее, до среды. Каждый день выпускать такие видео, чтобы вы за мной наблюдали в режиме онлайн, как худеется на 200 калориях и как вы себя чувствуете. Вот. Скорее всего, я сделаю совсем-совсем коротенькие. Фу, все, я выключаюсь. Мне нужно пойти добить эту траву. Пошлите вместе со мной. Ну все, иду косить траву, но залила уже масло в машину, в газонокосилку. Но знаете что? Вышла, и утром было так холодно. Мы переоденем эту серую толстовку на более легкую кофту. О боже мой, как же это классно почти закончить. Смотрите, поляна перед домом сделана. Осталась малая часть, вот тут вот. Совсем чуть-чуть вот этот вот кусочек сбоку. Хвалюсь своей работой. Вот там вот этот тросточек. И также я все подмела, конечно же. И между вот этими вот трещинами растут всякая растительность. Я это все повыдергивала, чтобы хороший проход был к дому. Я начала в день около 10. Сейчас время без 5:12. 2 часа потратила хорошее, стабильное, медленное кардио, чтобы сжигался жир. Хотела, когда начала косить двор передний, хотела также сделать и задний, но понимаю, что слишком много на сегодня, завтра, когда задний осилим. Сегодня я уже не смогу этого сделать. Ой, я устала. А, сейчас уборка генеральная в доме. И да, на этом, наверное, на этом все.
все. Ну, конечно же, редактировать видео. Кстати, обратите внимание на задний двор. Это просто глушь. Вы посмотрите, это такая глушь. О, там мухи, осы. Фу. Все, друзья, я миссию на сегодня выполнила. Убрала дом, покосила передний двор, даже траву. Даже холодильник помыла. Красота, как все чисто, красиво и главное, что он пустой. А теперь доем остаток своих калорий. Законных калорий. Один помидор. На 50 калорий. Конечно же, мой кофе с моим лесным перцем. Вот и все. Большое спасибо за просмотр. И да, не забывайте проверять мой канал каждый день в течение 6 дней, потому что каждый день я буду выпускать видео, как меняется мой вес на 200 калорий. Надеюсь, вам это будет интересно. Надеюсь, у вас был приятный просмотр, и мы увидимся с вами в следующем видео на... Не, номер 5 с обратного отчета. Спокойной ночи.